Великий для чужих, гонимый для своих. Сегодня 90 лет со дня рождения Сергея Параджанова. Грузинский армянин, художник, сценарист, кинорежиссер. Он снял один из самых известных украинских фильмов. «Тени забытых предков» входят в мировое наследие кинематографа. Именно благодаря этой картине имя Параджанова получило всемирную известность. Он не боялся открыто высказывать свое мнение. Боролся за права украинских деятелей культуры. По сфабрикованным делам сидел в колонии строгого режима. Впрочем, все пережитое внешне мало отразилось на характере этого жизнерадостного человека. Друзья запомнили его добрым, веселым и щедрым. Сергей Параджанов ушел из жизни 15 лет назад.